Всем привет! В эфире ваш путеводитель в мир выходных и отличного настроения. Время определяться, чем разнообразить свой досуг. О программе, которую готовят в Самаре, расскажу прямо сейчас. Самое долгожданное событие. Его долго ждали, и вот, наконец, в Самаре подготовили целый калейдоскоп экскурсий в Ночь музеев. В эту субботу с часу до 5 часов вечера пройдет детская программа. С 5 до почти полуночи основная часть. С 6 часов вечера на пешеходной Куйбышева снова начнется праздник. Будут работать интерактивные площадки. Но обо всем по порядку. Впервые для самарцев подготовили целую серию пешеходных экскурсий по исторической части города. Погода шепчет, пора открывать границы и выходить из стен музея. Тем более, когда есть такая возможность. Сам город богат на архитектурные памятники. В музее истории города, что на Фрунзе 49, программа подготовлена с полудня и до самого вечера. Для гостей приготовили обзорные экскурсии, показ видеофильмов, концерт, космическую викторину для детей «Поехали» и мастер-классы. Программа подготовлена и в детской картинной галерее. В фокусе внимания здесь выставка про жизнь губернскую и дела купеческие, приуроченная к 170-летию создания Самарской губернии. Она будет открыта с часа до 9 часов вечера. Посетителям покажут редкие фотографии, предметы и документы из частных коллекций и фондов самарских музеев. Литературный музей приглашает самарцев на семейную не ночь музеев, фантастическая одиссея. Вместе с педагогами и родителями ребята пофантазируют о литературных образах. Для юных гостей проведут детские и подростковые мастер-классы, а уже вечером музей откроет двери для взрослой публики. Выставки, мастер-классы и концерт. Посмотреть кино можно будет в музее Эльдара Рязанова. Там же расскажут интересные факты о любимых советских фильмах. Весь день двери музея открыты для гостей. В музее «Модерна» все желающие смогут пройти квест, посетить экспресс-экскурсии по всем этажам усадьбы и увидеть выставки «Модерн» в городе «Синематограф» и живопись Давида Бурлюка. В художественном музее самарцам предлагают посетить выставку «Передовой отряд». А в специальной комнате с помощью VR-очков можно будет посмотреть на ожившие картины из коллекции русского авангарда. С 6 вечера в музее начнется инструментальное выступление музыкантов и мастер-классы от сотрудников. Во дворике музея покажут дефиле мод. Сразу после театр «Самарская площадь» представит вниманию зрителей спектакль «Алмазный мой венец». Улица Куйбышева пешеходная. Басы поют с балкона. В музее Алабина гостям не только покажут экспозиции, но и пригласят выйти на крышу. В программе также лекции как для детей, так и для взрослых, и мастер-классы. Вечером здесь пройдет музыкальный концерт, а сразу после показ кинофильма «Весна». И в завершении самарцев проведут по коридорам музея с фонариками. Для удобства самарцев по экскурсионному маршруту будет курсировать специальный автобус, а подсказывать, где лучше выйти и на что посмотреть, будут волонтеры культуры. С полной программой акции «Ночь музеев 2021» можно ознакомиться в информационном центре, который находится на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева, а также на сайте администрации Самары. У меня же на этом все. Всего вам доброго. До встречи.